Уважаемые телезрители, вас приветствует Янаульская студия телевидения. 4 августа в Доме Республики рапорт о выполнении госзаказа по поставкам зерна в госресурсы вручили президенту Башкортостана Муртазе Губайдулловичу Рахимову хлеборобы Янаульского района, отправившие на элеватор более 25 тысяч тонн хлеба. Уважаемые товарищи, чувством большой гордости за родную республику мы рапортуем Янаульце о выполнении государственного заказа по продаже хлеба государственного. На сегодняшнее утро засыпано в закрома ресурсов 25 100 тонн добротного янаульского зерна, в том числе 12 600 пшеницы при госзаказе 6300, почти два раза перекрыли, около 5000 тонн ржи, более 7000 тонн ячменя и остальные другие культуры. Успешное проведение уборочного комплекса работ внесли огромный вклад колхоза «Победа» в составе нашей делегации, руководитель колхоза товарищ Кашапов Масу Кашаевич, колхоз «Правда» товарищ Зарипов, колхоз «Искра» товарищ Зворогин, колхоз «Волга» товарищ Исламов, они все в составе нашей делегации и другие хозяйства. Безусловно, мы выражаем, товарищ, вам за большую поддержку и заботу о священному труду, прежде всего, колхозников, рабочих, совхозов, интеллигенции, специалистов управления сельского хозяйства и всего населения нашего Янаульского района. Мы сумели буквально за 20 дней в основном завершить уборочные дела и выполнить госзаказ по продаже хлеба государству. Мы заверяем и впредь, труженики Янаульского района и впредь будут трудиться достойно, добросовестно и выполним все поставленные задания перед районом. И позвольте вручить, уважаемый Муртаза Губайдулович, трудовой рапорт вам и преподнести выращенные на полях Янаульского района, выпеченные хлебопеками нашего района, хлеб. Вручивший рапорт, а также каравай хлеба и зерна нового урожая, глава администрации района Назир Загитович Зиязов поблагодарил руководителей республики за поддержку, оказанную сельским производителям. В состоявшейся теплой, сердечной беседе были затронуты вопросы повседневной жизни сельских тружеников, строительства жилья, дорог, больниц, школ, газификации сел. Муртаза Губайдулович Рахимов поделился своими впечатлениями от последних поездок по районам республики, в частности, Зауралье. «Сегодня трудно всем», – отмечалось в ходе беседы. «Путь к цивилизованному рынку будет долгим и нелегким. И потому на переходном этапе жизнеспособное коллективное хозяйство нужно обязательно сохранить». Членами делегации были подняты вопросы, по которым необходимо принять решение на республиканском уровне. В беседе приняли участие премьер-министр Республики Башкортостан Бакиев, заместитель премьер-министра Вахитов, министр сельского хозяйства республики Сайфуллин. Делегацию тружеников Янаульского района в качестве гостей принял коллектив объединения «Башкир Хлебопродукт».
главе администрации города Янаула, Янаульского района, председателю городского совета Назиру Загитовичу Зиязову, труженикам Янаульского района. Дорогие друзья, горячо и сердечно поздравляем вас с замечательной трудовой победой, успешным выполнением государственного заказа по поставкам зерна. В госресурсы республики поступило более 25 тысяч тонн зерна, выращенного тружениками Янаульского района. Огромное вам спасибо за ваш неустанный труд на благо жителей нашей республики. Желаем вам доброго здоровья, дальнейших успехов в наращивании производства продукции сельского хозяйства, счастья и благополучия. Президент Республики Башкортостан Рахимов, премьер-министр Республики Башкортостан Бакиев, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан Зайцев. Уважаемые телезрители, сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных проблемам молодежи нашего города. Проблемы эти непросты и носят комплексный характер. Эту передачу мы адресуем и родителям, и подросткам, и педагогам, всем, кого волнует и наше общее будущее, и будущее наших детей. Разговор о проблемах молодежи нашего города, о тех заботах, о тех, в общем-то, тревогах, которые обуревают многих родителей. Направление разговора, так сказать, и пригласили на наш круглый стол специалистов, которые так или иначе связаны с досугом молодежи. Мы решили начать с этого. Поскольку участник круглого стола – это заведующий отделением травматологии Центральной районной больницы Валеев Марат Галимович. Пожалуйста, вот прошу, так сказать, любить и жаловать. Далее у нас по порядку идет начальник инспекции по делам несовершеннолетних, майор милиции Ахтямов Анус Фатыхович. Вот. Зухра Зайкатовна Шарипова, это в связи с тем, что молодежные проблемы, так сказать, все чаще и чаще дают о себе знать, в структуре администрации был воссоздан отдел по делам молодежи, и вот Зухра Зайкатовна, в общем-то, приняла на себя нелегкий труд начать эту работу с молодежью. Далее, порядку у нас едет Наиль Ахметович Шаймарданов. Его, наверное, особо представлять не надо. Это директор Дома техники нефтяников. Вот, человек, который, как говорится, тоже давно живет в Янауле, знает о наших проблемах и бедах не понаслышке. Далее у нас справа от Наиля Ахметовича сидит Загреев Ильдус Магасунович. Это старший методист по спорту НГДУ «Краснохолмснефть». И одновременно он является тренером команды, футбольной команды «Нефтяник» нашего города. Тоже, как говорится, по роду своих забот связан со спортом, с молодежью. И замыкает нашу, так сказать, цепочку наших гостей, участников, Рахматуллин Самат Хамитович. Это председатель спорткомитета местной администрации. И, значит, наверное, в силу своей работы вам, наверное, будет проще как-то осветить вопросы, связанные с правонарушениями среди несовершеннолетних, поскольку у вас инспекция по делам несовершеннолетних. Ну и дальше по ходу разговора, наверное, мы еще пару вопросов осветим. Обстановка в районе по преступности среди несовершеннолетних остается довольно-таки сложной. За 7 месяцев текущего года несовершеннолетними было совершено 14 преступлений, это против 16 за тот же период прошлого года. Снижение составляет 12,5%. Однако это снижение нас никак не должно успокаивать, так как сохраняется довольно-таки высокий удельный вес тяжких преступлений, таких как кражи, грабежи, что составляет 86,6%. Нас очень беспокоит рост преступности среди учащихся общеобразовательных школ. Из 20 подростков, которые совершили преступление, 9 – это учащиеся, или же каждый второй. И что характерно, в основном учащиеся подростки совершают преступления в группах. Вот один такой пример можно привести. 21 января 4 подростков, 2 учащихся школ и 2 ПТУ,
проникли в парикмахерскую и совершили кражу товаро-материальных ценностей на сумму около 180 тысяч рублей. Все они осуждены народным судом к 2 годам лишения свободы условно. Также нас серьезно тревожит распространение пьянства среди подростков. Если за 7 месяцев в прошлом году в нетрезвом состоянии были задержаны 20 несовершеннолетних, то в этом году уже 30. Так что цифра эта говорит сам я себе. Что из себя представляет пьяный подросток, если даже и там уже в группе, наверное, можно легко себе представить. Конечно, этим злом мы должны бороться. И совместными усилиями, конечно, будем бороться. Вот, Марат Галимович, вот ситуацию вы знаете, в общем-то, по своей работе, как говорится, не понаслышке. Приходилось вам, наверное, делать и сложнейшие операции, и попадали к вам пациенты, которые, как говорится, ну, в тяжелейшем положении. Вот в плане, допустим, статистики, вы смогли бы сделать небольшой анализ, вот, допустим, как это было в прошлом году, как это в этом году, может быть, там какие-то изменения есть? По больнице травматизм по району растет. За период с 93 года по 95 год травматизм вырос в 1,5 раза. По-прежнему наибольшее количество травм приходится на возраст от 15 до 35 лет. С начала года поступило в отделение травмы 145 человек с травмами. От травм погибло 5 человек. В этом году резко увеличилось число автодорожных травм. В том числе со смертельным исходом 3 человека. По-прежнему наибольшее число травм – это умышленные травмы, нанесенные в состоянии алкогольного опьянения. Они составляют 40% от общего числа поступивших. 11 молодых людей до 30 лет за 2 года в результате получения травм приобрели стойкую утрату трудоспособности. Находятся на инвалидностях 3-й, 2-й группы. Один человек на 1-й группе инвалидности. Много травм по району в колхозах «Победа», «Правда», «Мир», «Максима Горького», «Куйбышева». По Янаулу наибольшее число умышленных травм приходится на районы улиц Станционная, Кирпично-Заводская. С этих улиц постоянно поступают молодые люди в состоянии алкогольного опьянения, в результате побоев, ножевые повреждения очень частые, также огнестрельные раны. В связи с перебоями в финансировании нашей больницы материальная база для оказания экстренной помощи остается низкой. Нет элементарного оборудования и лекарственных препаратов, а это очень сильно влияет на исходы лечения травм. Поэтому для обеспечения экстренной помощи, по-моему, администрация района больницы должна приложить усилия для того, чтобы все-таки приобрели самое необходимое. В условиях отделения реанимации и травматологии нет элементарного оборудования. Это должно заинтересовать, по-моему, всех граждан нашего района, потому что число смертельных случаев могло быть гораздо меньше, если бы было то или другое лекарство или оборудование. Поэтому хочется пожелать, чтобы в больнице в свое время оказалась какая-то помощь. В том числе финансовая. Представить Наиля Шаймарданова, человек, который, как говорится, ну, по роду своей работы занимается вопросами культуры, вопросами, так сказать, досуга, отдыха. И, как я уже сказал ранее, как сам наш местный горожанин прекрасно знает ситуацию в этом вопросе. Пожалуйста, Наиль, несколько слов. Проблема отдыха молодежи стоит очень остро, но по роду своей деятельности, то вы прекрасно знаете, что Дом техники нефтяников призван обслуживать нефтяников в первую очередь, конечно, чем мы и занимаемся. Но касаясь вопросов отдыха молодежи, мне что хотелось бы особо сказать и отметить. Ну, по опыту прошлых лет
скажем, проведение дискотек. Вечеров таких это, я бы сказал, ну, малоэффективно. Почему? Потому что, это исходя вот из прошлых лет, как я уже говорил, потому что собирается абсолютно разношерстная толпа, в принципе, там, ну, порядка, я бы не сказал, что очень много. Возникает очень много конфликтных ситуаций, бывают драки, поножовщины там и так далее. Очень много таких вопросов. Вот в связи с этим, ну, конечно, не хотелось бы сказать, что это не надо проводить. Ну, как надо было проводить, я просто вот, у нас есть такие наработки, как бы мы хотели это сделать и как это мы видим. В принципе, у нас вот есть такие наработки, чтобы, скажем, на месяц, ну, выпускать то, вот, примерно как, ну, жетоны, скажем, талоны. То есть каждый, у кого есть желание посещать вечера отдыха, скажем, он мог бы приобрести вот эти, скажем, талоны или жетончики. Ну, то есть как пригласительный билет уже. Вот, на месяц. И по истечению месяца, то есть если уже вот он будет посещать, скажем, эти вечера отдыха, и по истечению, естественно, если понравится, как проходит программа, там, как вечер проходит, вот эти люди могли бы так и приобретать. Насчет цены, цена, скажем, ориентировочно так, ну, естественно, по истечению месяца, учитывая уровень инфляции и так далее, это уже можно было, да, сумма менялась бы. Но что было бы там, я хотел сказать, ну, естественно, развлекательные программы, танцевальные программы, вполне возможно, что и буфет работал бы. То есть была бы культурная такая программа, где молодежь, но в основном мне хотелось бы особо подчеркнуть, это рабочая молодежь, хотелось бы сказать, вот, могла бы нормально, культурно отдохнуть. Конечно, залы, скажем, вот у нас Дом техники, он специально не предназначен для проведения таких вечеров, скажем, танцевальных и так далее. Вот, лично я думаю так, что эти вечера можно было проводить, скажем, в РДК, в летний период можно было проводить вот на танцплощадке, на летний, а уже в осенний, зимний, там, весенний период можно было проводить в РДК. Что касается школьников, это лично мое мнение, конечно, школьники, ну, действительно, они сами тоже себе предоставлены. В этом плане, я думаю, что школьники должны быть охвачены самой школой, я хотел бы сказать. Ну, как это было раньше, скажем, проводили школьные вечера. То есть директорам школ, педагогам, классным руководителям, им легче, я думаю, устраивать для своих школьников вечера. Так, ну, в неделю раз или два или раза. То есть они своих школьников охватывали бы этим, этой программой. Но уж как, я уже хочу повториться, а уж именно для рабочих, вот для молодежи, которая уж отучилась, скажем так, с армии пришли, ребята там, девушки, вот для них мы уже вот, есть у нас в планах проводить такие вечера. Естественно, живая музыка. Вы все прекрасно знаете, что у нас в Доме техники есть замечательный коллектив «Спектр». Ну, у нас очень хорошая программа в этом плане. То, что вот, даже я хочу сказать, на День молодежи, который недавно проводили, мы вот сами живем, скажем, здесь в парке отдыха и выступали. Очень много было молодежи, и всем, по-моему, понравилось. Вот в этом плане. Что хотелось бы сказать насчет аппаратуры, тоже вот Марат Галимович сказал, действительно, это проблема. У них в своем роде деятельности, скажем, аппаратура, касающаяся медиков, а у нас аппаратура, касающаяся, скажем, непосредственно вот, музыкальной аппаратуры. Ну, слава богу, у нас у нефтяников есть такая аппаратура, хорошая аппаратура. К сожалению, в районе Дворца культуры, конечно, нет. Вот, жалко, что их нету сегодня здесь представителей. Они бы сами, наверное, об этом сказали бы. Потому что, чтобы нормально проводить вечера, нормально должна быть аппаратура, я считаю. Просто для сравнения я могу сказать, что даже в деревнях сейчас такая аппаратура, она уже и то отсутствует, скажем. А в РДК вот такая. Пользуясь случаем, хотелось бы просто попросить руководство района. Хотя в этом плане, в плане того, что вот лично глава администрации поддерживает культуру очень. Много костюмов, что это и аппаратура покупается, и все. Но вот именно вот на эту часть вопроса, то, что вот нужна стационарная хорошая аппаратура, вот, закупить для РДК. Это самый главный, самый важный вопрос, я считаю. Ну вот в этом плане мы, я надеюсь, что мы и будем работать. То есть, слово нашим представителям от либо спорткомитета, либо НГДУ,
И думаю, что оздоровительные работы в городе, конечно, прежде всего определяют общий уровень культуры. Наиль Ахметович тут уж подробно остановился на тех проблемах, которые стоят перед его сферой деятельности. Но у нас специфика тоже, конечно, работы есть. Надо прямо сказать, что мы непосредственно занимаемся практически только с молодежью, последние годы особенно. Надо сказать, что последние 10-15 лет стабильно было где-то порядка 120 таких правонарушителей в городе, районе. Но теперь у нас, как вот я знаю, где-то порядка на учете стоит 70 ребят. Конечно, в том, что они стоят на учете, есть и косвенная вина, и наша. Мы до них не доходим. Прежде всего, наши школы, учителя физического воспитания, тренеры детской спортивной школы. Ну, короче, они выпали из нашего поля зрения. Мы занимаемся 12 видами спорта. В городе и районе у нас, значит, культивируется 12 видов спорта. Выступаем в 15 видах спорта в сельских играх республики. Ну, спортивная база, если останавливаться подробно, то тут много времени займет, конечно. Ну, она соответствует требованиям сегодняшнего дня порядка 45%. Значит, остальную базу надо наращивать, строить, расширять. Ну, над этими проблемами тоже, конечно, администрация города и района работает. Ряд промышленных предприятий. Решаются вопросы финансирования. Ну, на месте не стоим. Подвижки какие-то есть, тем более везде социальные вопросы в обвале находятся. Время тяжелое. Сменим девочек и сменим моего друга, поскольку в нашей северной части города досуг – это вещь довольно-таки сложная, поскольку здесь нет ни клуба такого хорошего, ни дискотек. Надо сказать, что в южной части города с этим дело абсолютно легче, поскольку там в дискотеке, хоть и редко, но бывают. Да, он прав, здесь нет спортивных сооружений, поскольку если бы они были, то было бы лучше для всех. В принципе, это все. Здесь такое увлечение есть, как мотоспорт, оно всем известно. С патрульно-постовой службой, так? Вот. И там выяснилось, что в разговоре, значит, с сотрудниками милиции, выяснилось, что там много ребят, которые их называют рокерами. То есть они на мотоцикле летают. Вот по своей, так сказать, роду деятельности вы не смогли бы сказать, на северной половине Янаулы нельзя ли там создать вот в этом плане побольше спортивных сооружений, может быть, там какие-то, может быть, секции открыть, или это связано с какими-то трудностями? В северной части города, конечно, сложнейший. Там в свое время опыт у нас был, мы ведь около элеватора, у нас и хоккейная коробка была в свое время, но там все застроено. Ну, в основном сейчас база остается уж при третьей школе. А что касается чисто технических, такой технический вид мотоциклетный спорт, то по роду своей работы мы им не занимаемся. Это, как говорится, была преамбула нашего бывшего ДОСАФа, теперешняя организация АСТО. Но они практически эту работу забросили вот последние 5 лет. Поэтому тяжело ответить на этот вопрос. Практически. А по северной части города я реально, короче, не хочу обманывать. Вопросы были раньше, мы планировали один ФОК туда привязать, физкультурно-оздоровительный комплекс. Но у нас это не получилось на уровне и республики, и Москвы. ФОК у нас остался. Да и финансовые, видимо, прежде всего. Нас очень интересует ваше, так сказать, чисто молодежное такое мнение. Что бы вы хотели, чтобы вот в вашем микрорайоне там было? Там дискотеки, или чтобы клубы какие-то работали там, или это самое, кафе какое-то было? Пожалуйста, свое мнение скажите, будьте добры. Ну, наверное, чтобы была хорошая дискотека. Можно построить клуб, как строится во многих деревнях, общий большой клуб. Ну, можно еще что-нибудь сделать для молодежи, наверное. Мы предоставим слово Ильдусу Магасумовичу. Вот. Вот молодежь, наше молодое поколение, я не побоюсь этого слова, заброшено. Им вот 15-летним, 16-летним даже очень тяжело устроиться на работу. А тут говорить, что это. Они говорят, вот даже многие у нас хотят заниматься, например, футболом, атлетизмом,
тяжелой атлетикой там, у них нет возможности. Вот, например, у нас помещение даже, дом техники, комната очень маленькая. Желающих очень много. Вот работники физической культуры, вот физруки, они существуют, можно сказать, на нищенскую зарплату. А много таких энтузиастов есть у нас. Вот Назаров Булат Сабитович, например, имамов Мазит Фазиевич, они которые всю душу отдавали, и сейчас у них, как говорится, энтузиазм пропал. Ну что мне хотелось о себе и о нашей спортивной работе в НГДО. Мы года три назад организовали футбольную команду. Собрали ребят, начали выступление в начале среди сельских районов. Также собрали ребят младших. У нас работают два тренера. Каримов Ильхам Альбертович. Он занимается детьми 81-82 года рождения. Также с детьми занимаюсь я сам, 82-й год, 83-й год. И Габдрахманов Ильшат Халимович занимается уже другим возрастом, помладше. Хочу сказать еще, дети у нас занимаются с разных школ. Есть с первой школы, с пятой, с четвертой, со второй. Вот это как-то их объединяет. Обычно, когда ребята друг друга не знают, у них встречается, бывает там вражда, конфликты. А здесь они как-то вот друг друга уже знают. И у них как бы отношения складываются дружеские между школами. Скажите, пожалуйста, вы это самое, в Янауле живете, да? Да, мы живем в Янауле. Я вообще-то здесь родилась, сейчас живу в Москве, я приехала к матери в гости. Вот, дискотеки, они все равно вдохновляют как-то молодежь. Но все равно это только недостаточно. Вот какие-то... Я в таком возрасте, что как раз я пережила тот период, когда был... Начиналось только дискотеки, там это все в одно время затухло. Начинали с кафе, опять все затухает. В принципе, мне вот сейчас 30 лет, я вот всю жизнь живу здесь, я на уле. И, в принципе, почти все это, как, что пытается сделать с молодежью, в принципе, проходит через, вот, через меня. Я вот сейчас тоже с детьми хожу, и мне становится грустно от того, что, что за эти вот 20 лет, которые я вот здесь ходила в парке, на дискотеке, и сейчас, в принципе, ничего не изменилось. В общем-то, и вот и мне грустно от того, что нашим детям, в принципе, наверное, будет то же самое. Потому что пытаются там, конечно, пытались открывать кафе там молодежное, закрыли по каким-то там причинам, финанс там или что-то в этом роде. Дискотеки, в принципе, закрыли во всех клубах, вот открыли, конечно, хоть в середине лета, там образовался отдел молодежи, пытаются открыть, конечно, дискотеку вот в парке. Ну что-то, конечно, хорошо. Мы передадим, дадим слово для нашего гостя тоже, для Зухры Зайкадовны Шариповой. Она, как я уже сказал, взвалила на себя не совсем, в общем-то, женскую ношу, на свои хрупкие плечи. Вот. Ибо действительно проблемы молодежи, они комплексные. И, в общем-то, идея круглого стола, это тоже еще один маленький секрет. Это по мере наших вот сил, средств массовой информации, специалистов мы постарались собрать и будем еще собирать, чтобы вот в этом плане как-то облегчить работу и Зухры Закатовны. Зухра Закатовна, вот по своей работе, пожалуйста, вам слово. Планировать свою работу, видимо, мы будем, исходя из точки зрения, что досуг – это дело серьезное. Серьезный подход и серьезное решение всей этой проблемы, которая существует в нашем городе, в общем-то, несколько лет уже. Но представляю в тесном контакте вот со всеми товарищами, которые сидят рядом. Потому что без взаимосвязанной работы особого успеха мы не добьемся. Танцплощадку общими усилиями мы открыли, как уже известно горожанам. Следующий этап нашей работы – это открытие объединения подростковых клубов. И вот в этом плане я могу дополнить Самата Хамитовича. Здесь подростковых, насчет подростковых клубов большое внимание будет, планируем, вернее, уделить северной стороне нашего города. Там планируется открыть в трех точках подростковые клубы. Сейчас основная наша задача – найти кадры соответствующих специалистов или же даже энтузиастов.
Воспользовавшись случаем, я бы хотела обратиться к горожанам и вообще жителям нашего района, если есть такие энтузиасты, а хотели вас видеть в отделе молодежи, чтобы вы нам помогли организовать эту работу и поддержать молодежь. Итоги социального опроса молодежи дают такие результаты, что среди молодежи не утрачены ценности, которые все время имели вес, то есть добро, свобода, дружба, любовь, семейные отношения. И вот хотелось бы, чтобы мы общими усилиями эти ценности сохранили и дальше. Организация досуга как раз сохранению тех общечеловеческих ценностей, которыми мы должны обладать. Вот, уважаемые телезрители, наш круглый стол подошел к концу. Я хочу выразить благодарность всем его участникам, которые нашли время, пришли, вот, думали, так сказать, размышляли, что сказать сегодня молодым людям, и не только молодым, но и родителям. Действительно, правильно сказал Самат Хамитович, наше будущее закладывается в семье. От того, как родители будут относиться, как они будут, какие ценности будут вкладывать в душу, в ум своего ребенка, вот, как потом эту эстафету подхватит, допустим, школа, там, культурные какие-то учреждения. Все это взаимосвязано. Но основа основ, начало это семья. Я в этом плане, конечно, согласен. А сейчас я еще раз благодарю и желаю всего доброго, желаю сил, терпения в вашей работе. И надеюсь, что, как говорится, даст Бог, мы еще встретимся и неоднократно будем встречаться, потому что работа идет. Вот, и еще, наверное, будем о проблемах молодежи говорить не раз. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго.